Проекты развития инфраструктуры представили жителям столичного микрорайона Волжский-3. Чебоксарцы узнали, как будет выглядеть парк 500-летия, Московская набережная и будущая школа. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Мы создаем для всех горожан или стремимся создавать одинаковые равные условия. На Волге город должен иметь по сравнению с другими городами другую архитектуру. Вместе с вами мы должны строить новый современный город, чтобы эти ценности оставались на веки веков. На этом стенде парк 500-летия как на ладони. Здесь уже проложили дорогу, возвели центр развития маунтинбайка и обустроили прогулочную площадку с прудом. Но то ли еще будет. В перспективе здесь намерены построить гостиничный комплекс, океанариум и аквапарк. Сейчас подрядчики прокладывают инженерные сети. За время освоения этой территории появилась необходимость вносить изменения. Вот. В принципе, принципиально ничего нового не происходит. Те объекты, которые намечались изначально, там появятся. Но планы несколько уточняются. Где-то появляется необходимость увеличить объект, где-то, наоборот, уменьшить. Вместе с парком благоустроят и Московскую набережную. До конца октября здесь намерены проложить тротуары, велодорожки, обустроить зоны для отдыха. Это, я думаю, призовет нашу молодежь подвинет заниматься также водными видами спорта. Потому что такую прекрасную реку Волгу надо использовать на все 100%. Мы здесь рядом живем, будем там постоянно гулять с ребенком. Жителям микрорайона показали и проект будущей школы. Ее строительство намерено начать в этом году. В ближайшее время завершится экспертиза. С республиканского бюджета мы городу выделили 40 миллионов рублей. Стоимость этой школы примерно, ориентировочно, я скажу по тем документам, которые уже есть, почти 900 миллионов рублей. 900 миллионов рублей. Это инновационная школа или, можно сказать, умная школа для наших детей. Первоначальный проект был скорректирован. Новая школа сможет принять более 1000 ребят. Для учеников намерены построить стадион и даже оздоровительный комплекс. Планами властей жители микрорайона остались довольны. Необходимость строительства школы назрела давно. Детей очень много, в садиках много, и во дворах очень много обилия. Радоваться будут все этим школам и садам. И также будет соблюдать чистоту и порядок. К юбилею столицы республики будут реализованы и другие проекты. Предложения горожан пообещали учесть. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.